Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать клубнику из резинок. Но у меня сейчас нет клубники, моя клубника потерялась. Я буду делать из рифленых резинок. Они пупырчатые вот такие вот. Вот. Нам понадобится 35 розовых резиночек и 11 зеленых. Также по вашему желанию можно сделать вот одну вот так вот резиночку надеть. Вот так вот надеть ее, чтобы видели, где главная сторона, ну, чтобы не запутаться. Для начала возьмем две резиночки розового цвета. Вот так вот мы их наденем. Простите. Вот так вот мы их наденем. И вот так вот развернем, и вот такая вот у нас восьмерочка получается. Так, поворачиваем. Берем две резиночки розового цвета, одеваем на левый столбик и растягиваем до правого столбика с другой стороны. Вот так вот. Так. Дальше мы берем, опять же, две резиночки, растягиваем их вот так вот и надеваем на другую сторону. Так, сейчас мы нижний слой резиночек снимаем, ну, нашу восьмерочку. Вот полностью. Вот мои резиночки, они рифленые, и они практически не тянутся, поэтому не очень удобно из них делать. Я буду снимать по очереди, по одной резиночке, вот так вот, из них не очень удобно что-либо делать, просто из рифленых резиночек будет красивее смотреться. Так, потом одеваем, вот поворачиваем на главную нашу сторону, видим нашу резиночку. Одеваем две резиночки на правый столбик. Вот так вот. Чем? Вот так вот. Берем дальше две резиночки. Одеваем на столбик, на два зубца наших, которые посередине. Также берем следующие две резиночки. Надеваем на левые зубцы. Вот так. А потом снимаем нижний слой резиночек с двух сторон. То есть по две резиночки с двух сторон. От этих резиночек рифленых даже гнется мой крючок. Поэтому я буду снимать по одной, чтобы крючок не гнулся. Так, теперь поворачиваю на другую сторону и снимаю нижний слой резиночек. Так. Так вот по одному. Вот так. Так, теперь мы берем, поворачиваем на нашу главную сторону и одеваем одну рифленую резиночку, только вот одну. Ну, в вашем случае может быть не рифленая. Вот, только на 4 зубца. Вот, только с одной стороны. На другую сторону мы ее не перетягиваем. Так, дальше берем. Одеваем две резиночки розовых на правый столбик. Ой, простите. Вот так. Ой, простите. Вот так вот. И так берем. Вот можно надевать по одной. Вот я одну надела. И вторую сейчас надену. Вот так вот надевать можно.
Так будет намного удобнее одевать. По одной будет намного понятнее, как вы одели, правильно ли вы одели. Так, дальше берем, снимаем вот эту вот, которая у нас на четырех зубцах. Вот снимаем ее. Вот так вот, если у вас получается, вытягиваем ее на середину. Вот. Так. Так. Теперь снимаем нижний слой резиночек с двух сторон. Снимать можно, опять же, я говорю, по очереди. Так. Берем. Вот, чтобы было удобнее, можно вот так сбоку цеплять и снимать. Теперь поворачиваем. Снимаем. Из рифленых резиночек клубника ваша будет выглядеть естественней. Ведь клубника, она пупырчатая. И так вот. Вот так. Теперь мы не поворачиваем на главную сторону и одеваем одну резинку на 4 столбика. Вот так вот. Надеюсь, вам видно, потому что у меня что-то с камерой. Так, теперь мы надеваем на... Вот первую, вот эту вот. Вот так вот. Две резиночки одеваем на правую. Дальше берем вот эту вот, надеваем. И вот так вот надеваем. Так. Снимаем вот эту вот резиночку. И снимаем все нижние наши резиночки. Вот с этой стороны мы уже сняли нижний слой резиночек. У нас осталось по две резиночки на каждом зубце. Теперь с этой стороны также снимаем нижний слой резиночек, то есть по две резиночки. Вот у меня тут чуть-чуть не снялось, так что вы проверяете, все ли резиночки вы сняли, лишние вы не сняли, чтобы получилось все нормально. Так вот, у нас уже, если вы вот посмотрите на то, что вы делаете, у нас уже даже чуть-чуть видно то, что получается по форме клубника. Так, теперь мы делаем. Теперь вот эта вот сторона, там, где у нас одета резиночка, ну, передняя. Вот, мы берем две резиночки. Так. Ой, то есть, простите, берем одну резиночку. И одеваем на 4 вот так вот зубца. Вот мы надели. Теперь мы берем 2 резиночки. И вот. Вот так. Надели мы. Берем еще две резиночки. Вот эти вот две резиночки, которые мы взяли, мы их надеваем на средние столбики. И еще две резиночки надеваем вот сюда. Снимаем вот, вот это вот, то, что у нас на четырех зубчиках одето, зубцах. Дальше. Снимаем все нижние резиночки. Все нижние. Вот так вот. Дальше берем и
Вот по одной лучше снимать. Снимаем вот так вот резиночки. Дальше берем и вот это вот тоже снимаем. Так, опять же говорю, лучше снимать по одной резиночке. Поворачиваем. И опять же снимаем нижние резиночки. Теперь мы вот сняли, вот не главная у нас сторона, мы берем одну резиночку, вот одну, одеваем на 4 зубца. Вот эти резиночки, они очень срываются, поэтому вот так вот мы их одели. Так, теперь берем зеленый, вот у нас уже розовые кончились, берем зеленые резиночки. Сейчас, секундочку, 2 штучки. И надеваем на правый столбик. Ой, простите. Правый зубчик. На средний зубчик надеваем. Вот так. И вот сюда вот мы надеваем. Так. Мы надели. Теперь снимаем нижние резиночки с двух сторон. Ой, простите. Сначала снимаем вот эту вот резиночку, которая у нас на 4 зубчиках. Потом уже снимаем с двух сторон все резиночки нижние. Только нижние. Я пока не себе включу, но я включу, и уже будут они сняты. Все, я уже сняла все резинки нижнего слоя. Теперь берем 2 резинки зеленых, одеваем вот сюда вот сбоку. Одеваем 2 резинки на левый столбик и 2 резинки на правый столбик. Вот так. Мы уже их одели. Теперь снимаем нижние резинки все, кроме тех, которые у нас посередине. Я буду снимать по одной, а вы как вам удобно. Вот, я уже сняла. Вот главная наша сторона. Но мы переворачиваем на другую сторону. Давайте чуть приспустим резинки. Вот я уже вытащила, чтобы она не мешалась. Теперь я беру вот эту вот, которая у нас посередине, 2 резиночки. Перетягиваем мы ее налево. Вот нужно аккуратно, чтобы она не спала. Вот 2. Вот, я перетянула. Вот так вот у нас получается. А вот с этой вот поворачиваем, берем вот это вот и вот сюда. На этот же зубчик, который мы перетянули с этой стороны. Теперь мы перетягиваем. Вот у нас осталось на одном зубчике 2 резиночки. Мы их тоже берем. Аккуратненько захватываем. И мы их перетягиваем на тот же зубчик. Вот у меня они спали. Теперь их аккуратненько нужно одеть. Теперь вот с этой вот стороны, где у нас главная сторона, где у нас резиночка, вот эта, которую мы вначале вешали. Мы берем, перетягиваем слева на право. Вот она мне чуть не спала. Нужно аккуратнее делать это. Вот. Так вот мы перетянули. Вот это вот у нас получилось. Вот так.
Дальше снимаем все с двух сторон, кроме одной верхней. Ой, простите, нам еще нужно одно надеть. И кроме нее снимаем все. Все. Кроме вот этой вот, которую мы только что одели. А я пока не поставлю на паузу, а вы снимаете. Вы делаете. Снимаете. Так, вот что у нас получается. У нас получается на одной вилке, на одном зубце, вот одна резинка. И на другой стороне то же самое. Теперь мы берем с одной стороны, с любой стороны. Тут уже решать, с какой стороны перетягиваем на другую сторону. Вот так. Теперь снимаем вот эти вот две резиночки. Ой, простите, сейчас на крючок. Опять же говорю, эти резиночки очень плохо растягиваются. Поэтому так получается. Так, теперь берем резиночку зеленого цвета. И вот так вот снимаем на эту резиночку. Вот мы одели вот так вот. Теперь вот так вот продеваем. Затягиваем узелочек. Просто сняли. Ну, в разные стороны позатягиваем. Ой, видите, у меня вот сорвалось оно. Вот порвалась резинка. Это потому что, ну, резинки просто такие, они рвутся легко. Сейчас мы заново проделаем это. Сейчас я заново проделаю. Вот такая вот клубничка у нас получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!